Ну, давайте познакомимся теперь с Арсланом Елыевым. Этому боксеру 23 года, 10 боев на профи-ринге, во всех одержаны победы и в 5 победы досрочные. Таким образом, процент нокаутов 50. 23 года. Все впереди. На самом деле, это такой возраст, когда еще никто даже не задумывается о том, что когда-то что-то может вообще закончиться. 23 года. Все твое нутро стремится к тому, чтобы стать первым, лучшим. И я думаю, что Арслан, конечно, сегодня в ринге обязательно покажет все, на что он способен. Вот показывают его выход. Ну, кстати, надо вспомнить о том, что, конечно же, на этих боях не мог не присутствовать великолепнейший Александр Загорский. По-моему, лучшего анонсера в России нет. Да, без маэстро никак. Маэстро. Представляю вам соперников и первого бойца в синем углу. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. Бойцу 27 лет. Рост 188 сантиметров, вес 125,2 килограмма. Его профессиональный рекорд. 9 побед, включая 5 побед нокаутом при 5 поражениях. His professional record 9 victories, including 5 wins coming by way of knockout and 5 defeats. Дамы и господа, ladies and gentlemen, representing Buenos Aires, Argentina, here is Ariel Chiquito Esteban Bracamonte. Его соперник в красном углу, and his opponent across the ring fighting out of the red corner. Бойцу 23 года, рост 196 сантиметров, вес 107,5 килограмма. Ladies and gentlemen, he is 23 years old. He stands 196 centimeters tall, official weight 107.5 kilos. Его прекрасный профессиональный рекорд. 10 боев, 10 побед, включая 5 побед нокаутом, без единого поражения. Ladies and gentlemen, his perfect professional record, 10 bouts, 10 victories, including 5 wins, coming by way of knockout. Дамы и господа, он чемпион WBC среди молодежи Silver. Ladies and gentlemen, his WBC Youth Silver Champion is Россия, Республика Дагестан.
встречу. Конечно, следовало останавливать. Смотрите, достаточно неприятные и опасные удары были также пропущены Арсланом Елыевым, но тем не менее вот этот размен принес... Вот здесь прилетело как раз. Stop this contact at 33 minutes of round number, 33 seconds of round number 5. Техническим нокаутом одержал победу и остается не знающим поражений your winner by tactical knockout and still undefeated Arslan the Lion Ялзиев. Поздравляем всех болельщиков Арслана Елыева. Убедительная победа. 11-я. 11-я победа. Очень хорошо. Впереди, как я уже говорил, большие высоты, вершины, которые Арслан Елыев будет штурмовать. Дорогие друзья, мы бы очень хотели, чтобы в нашей стране проходили именно такие бои. Мы очень ждем именно такой накал. Я считаю, что такой бокс, он будет самый сильный и самый крутой. И у нас будут самые лучшие чемпионы. И хочу, чтобы вы запомнили фамилию Арслан Елыев. Я считаю, что это новая молодая звезда в супертяжелом весе. Удивил соперник своей стойкостью? Да, да, конечно, удивил. Очень хороший бой был у меня. Ну, как говорил мой тренер, в четвертом-пятом раунде мы должны его нокаутировать. Тяжело было, я тоже много пропускал. Но это бокс. Я бы хотел поблагодарить своего старшего брата, менеджера, Тимура Абдуллаева, в первую очередь. И Григория Дрозда, то, что помогает, бои делает. И своим тренерам, Николай Костенко, Алексей Ермохин. И хотел бы всем, кто болел за меня, спасибо большое. И телеканал РЕН-ТВ, спасибо большое, что дали мне побоксировать тут. Я очень благодарен. И всем хочу, салам алейкум всем. Спасибо. Прекрасные слова, на самом деле, не забыл ни о ком. Арслан Елыев, это всегда отличает настоящих бойцов. Ну, сегодня у Арслана Елыева был дебют на широкой аудитории. И надо сказать, что этим правом, этим шансом Арслан воспользовался очень хорошо. Я думаю, что зрители телеканала РЕН-ТВ надолго запомнят это имя. Ну и мы, в свою очередь, будем с интересом ждать следующих боев Арслана Елыева. Без сомнения, перспективный боксер.